помощь! Караул! На помощь! Караул, на помощь! На что варят? Наших бьют! Кто бьет? Не наших! А как вы определили, кто наши, а кто не наши? Как определил? Да никак! Наши всегда наши, а не наши, не наши. А может, наоборот? Что наоборот? Да все наоборот. Наши это не наши, а не наши это наши. Глупости какие говорите. Наши это всегда наши. Не скажите. Бывают такие наши, которые совсем не наши. Черт побери, откуда вы это взяли? Я предполагаю. Вы предполагаете. Вы предполагаете, а там наших бьют. Не горячитесь. Не горячитесь, может быть, это не наших бьют, а наши бьют. А вы своими криками помешаете нашим бить не наших. Что тогда? Не знаю. А вот видите, никогда нельзя заранее определить, кто наши, а кто не наши. А что же делать тогда? Да ничего. Как ничего? Так там же бьют. Там же кто-то бьет. Я не могу молчать, если бьют наших. То надо кричать «Караул!», а если бьют наши, так «Ура!». Что же кричать? Да вы не горячитесь. Там, где есть наши и не наши, в первую очередь надо определить, а наши ли наши. А уж потом что-то кричать. А как определить-то? О, это сложная наука.